Come family. В это время огромный. В этом возрасте он особенно нуждается в нашем внимании. О развитии интеллекта наших детей мы поговорим в нашей сегодняшней передаче из цикла «Опыты мира». Отец играет в развитии ребенка гораздо меньшую роль, чем мы. По-моему, мы скорее привыкли недооценивать роль жизни. Вот последние 15-20 лет я все время пытаюсь объяснить отцам, что они должны принимать участие в воспитании. Что одна из основных проблем современной семьи именно отсутствие. Я лучше себе не представляю. Нет, конечно, по сравнению с ролью матери, роль отца в первые годы жизни малыша, когда на его эмоциональную и интеллектуальную сферу обрушился буквально лавина информации, не скажу. Но если в эти первые годы мать просто приходит, не значит, что отец может чувствовать себя свободным от выполнения родительских задач. Особенно возрастает его влияние после того, как малышу исполнится полтора года. Я вспомнил